Детские сады, школы и больницы – основные объекты, по которым большинство жителей определяют уровень развития социальной инфраструктуры. Итоги реализации проекта в данной сфере обсудили на уровне администрации Щелковского района. Начали с тех, кто ежегодно вносит особый вклад в работу учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Их наградили почетными грамотами главы района и руководителя районной администрации. Вот этот общий коллектив, который сидит здесь, во всех сферах деятельности. Это очень работоспособный коллектив, творческий и профессиональный. Я хочу вам пожелать в дальнейшем, в следующем году, больших успехов. За прошедший год администрация считает, что мы все поработали слабо. Были достигнуты значительные успехи во всех практических направлениях деятельности социальной сферы, без исключения. То, что буквально последнее было заседание правительства Московской области, по которому наше образование отметили в числе лучших. Пожалуй, самыми большими переменами была отмечена отрасль образования. Благодаря введению в эксплуатацию новых детских садов удалось полностью устранить очередь в учреждения дошкольного образования среди детей с 3 до 7 лет. Следующая проблема, над решением которой активно работали, — ликвидация обучения во вторую смену в школах. 1 сентября свои двери для учеников открыли новые школы в Свердловском поселении и в городе Щелково. В 2016-м также намечены перспективы. Вы знаете, решение принято и по школе, строительству школы в микрорайоне Солнечном, и по пристройке к медвежьим озерам, и, безусловно, инвестиционные проекты, которые будут решаться на территории Щелковского муниципального района в рамках дорожной карты по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях Щелковского муниципального района. Прорывом в развитии дополнительного образования стал новый муниципальный лагерь «Юнармеец». Буквально за пару месяцев он был отремонтирован на средства инвесторов и летом 2015-го смог принять детей. Многое было сделано и в сфере социальной защиты населения. 372 земельных участка выделили многодетным семьям. По этому показателю Щелковский район стал лидером региона. Ступеньки и тротуары не должны быть неподъемной высотой. Многое в районе было сделано в направлении доступной среды. Я хочу вам выразить искренние слова благодарности всем за то, что, несмотря на показатель в начале года 2015, который составлял с натяжкой 11% от социально значимых объектов, включенных в реестр Щелковского муниципального района, к концу года мы этот показатель, поставленный правительством Московской области, 45%, выполнили, немножечко, чуть-чуть его перевыполнили. В этом году он будет составлять 50%. Масштабный проект удалось реализовать в сфере спорта. В 2015-м состоялось открытие ледовой арены имени Владислава Третьяка. Практически завершено строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Щелково. О результатах развития сферы здравоохранения рассказал заместитель руководителя 5-го медицинского округа. По рождаемости Щелковский район занял второе место на данной территории. Перспективы в этом направлении связывают с открытием перинатального центра, строительство которого началось в 2015 году и будет завершено во втором квартале 2016. Также в учреждении здравоохранения района удалось привлечь более 100 медицинских кадров, в основном за счет выделения жилплощади. В Щелковском муниципальном районе мы выделили 24 квартиры и комнаты в 2015 году. Значит, следующий слайд, вы видите, обеспечение жильем, рейтинг среди муниципальных образований Московской области. Щелковский муниципальный район и Люберецкий муниципальный район находятся на лидирующих позициях. Об исполнении наказов избирателей в сфере здравоохранения также рассказал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Больницы и поликлиники района получили поддержку в качестве транспорта, необходимого для выездов на вызовы пациентов. Проблема в транспортных средствах, которые необходимы для участковых терапевтов и детских врачей для поездки по адресам. Сегодня могу сказать, что за этот период 10 автомобилей закуплено, и эта задача решена. Также 2015 год для Щелковского района, как и для всей Московской области, был отмечен внедрением системы единого номера 112, благодаря которому удалось сделать эффективнее работу всех оперативных служб. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».